большую надежду все-таки я возлагаю на старших и на председателей многоквартирных домов. И призываю многоквартирные дома выбирать старших по подъездам, старших по дому. Почему? Потому что это в первую очередь, я уже много раз говорила о том, что в первую очередь это прямой диалог с управляющей компанией, это легче работать между, ну, с собственниками многоквартирного дома, когда есть старший по дому. То есть многие вопросы решаются. Ну и буквально вчера подошла женщина и говорит, она говорит о том, что они хотели бы выбрать председателя многоквартирного дома и оплачивать ему заработную плату. На что я могу сказать, что это реально. Но такое решение необходимо принять на общем собрании с собственниками. То есть если собственники на общем собрании приняли решение, что да, наш председатель очень хорошо работает, и ему необходимо компенсировать то время, которое он тратит на то, чтобы, ну, как заниматься нашим многоквартирным домом, вы принимаете решение, допустим, об оплате, ну, тоже цифра с потолка, ну, 5000 рублей оплата председателю многоквартирного дома за то, что он выполняет определенные функции. На что собственник, с которым я общалась, ответила, что жители никогда в жизни не подпишут такое решение. Тут я могу сказать одно. Когда вы приходите к собственникам, к жителям и говорите о том, что необходима оплата председателю, в этом случае надо брать с собой второй документ. Документ с перечнем тех функций, который будет выполнять председатель. А их по факту очень много. Там не на одну страницу таких функций. Это и совместное обследование СУК. Это и съем там, общедомовых приборов учета. Это съем индивидуальных приборов учета. Это приемка работ, которые выполнены на вашем многоквартирном доме. Это разъяснение и пояснение того же 882 ПР отчета управляющей компании перед собственниками многоквартирного дома. Это, я не знаю, сверка тех же расчетов, тех же ресурсов, ну, коммунальных ресурсов по содержанию общедомового прибора учета. Это контроль поверки. Это, ну, это много функций, которые может выполнять председатель в случае, если за дополнительную оплату, в случае, если собственники примут такое решение. Многие уже тоже столкнулись, собственники многоквартирных домов, многие столкнулись с чем? Столкнулись с тем, что им либо некогда собирать решение, да, по тому или иному вопросу, хотя хотели бы, допустим, участвовать в той же программе по формированию комфортной городской среды. Вот. Либо, допустим, времени не хватает, либо просто не хотят этим заниматься. Если есть реально работающий председатель, и если вы, извините, оплачиваете ему за его определенную работу там, определенную стоимость, я думаю, такие люди на многоквартирных домах с удовольствием возьмутся за такую работу.